Файзулин. В ближайшем будущем вернусь на поле 9 апреля 2018 года, 17:26. Футбол РФ. ПЛ полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин рассказал, когда планирует вернуться на футбольное поле. Хавбек не играет за петербургскую команду с сентября 2015 года. После матча с «Армкаром» 1-1 у Файзулина был диагностирован артроз коленного сустава. Позже игрок перенес ряд операций, очень активно тренируясь, набирая форму. Уверен, что все неприятности со здоровьем остались в прошлом. Так что возвращение состоится в ближайшем будущем, приводит слова Файзулина. Пресс-служба «Зенита». Контракт Хавбека с петербургским клубом истекает летом 2018 года. Лепюхин. «Я скучаю по Файзулину и хочу видеть его на поле». Источник. Официальный сайт ФК «Зенит». Сообщить об ошибке. Комментарий. 0.